Сейчас мы поднимаемся к номерам класса полулюкс. Номера двухместные, также есть и трехместные. Сейчас мы с вами находимся в номере люкс двухместном. Здесь, как вы видите, имеется стол, посуда, электрический чайник. Если же вы не хотите обедать в столовой, вы можете еду приготовить собственноручно. Для этого имеется как микроволновка, так же и холодильник. После еды вы можете поразвлечься. Для этого предусмотрен телевизор вместе со спутниковым телевидением. После обеда есть время отдохнуть. Как видите, здесь имеются две кровати, одноместные. Также предусмотрено покрывало, которое предоставляет отель для пляжа. Если к вам вечером придет гость, это не проблема. Здесь также имеется кровать, которая раскладывается. Теперь зайдем с вами в ванную. Ванна, конечно, маленькая, но она уютная. Здесь, как вы заметили, имеется водонагреватель. Умывальник. Проходите сюда. И также душевая кабина с массажем. А теперь мы с вами пойдем дальше.